Я приготовила несколько отрезов ткани, косую бейку шириной 3,5 сантиметра, еще полосочку 4 сантиметра и вот такую петельку. Можно без нее, но с ней будет удобнее. Ножницы самые большие, какие у меня есть. И будем делать выкройку. Обыкновенный лист бумаги. Кладем ножницы. И обводим так, чтобы везде было лишнее расстояние. Это будет у нас клапан, ну, крышка. Вот так закрываться. По-моему, все ясно и понятно, как сделать выкройку. Если у вас ножницы поменьше, значит, у вас выкройка будет меньше. Вот маленькие ножницы, значит, для них будет выкройка, смотрите, какая. Вот прям. Вот такая. Я буду делать для самых больших. Наверное, у многих на кухне есть ножницы, которыми режут рыбу. Можно для них сделать. Это у меня такие вот хорошего качества ножницы, которыми я пользуюсь и режу свои лоскуты. Все. Выкраиваем эту выкройку. Выкройку я сделала немного с запасом. Потом можно убавить. Сколько взять ткани? Это клапан, поэтому он вот такой. Здесь должно быть ткани, смотрите, сколько. Выкройку так. И еще вот так. Чтобы потом вырезать. И большой кусок полностью это у нас будет все вместе. Смотрите. Так, и здесь должно еще остаться вот это вырезать. Слой ткани. Теперь у нас утеплитель. Это слимтекс у меня тоненький. Можно техническую. Верхний слой ткани я на флизелин проклеила. Так, все готово. Надо еще раз прогладить. Обязательно надо прогладить. Не сильно горячим утюгом, чтобы ткань соединилась с утеплителем. И нам будет удобнее стегать. Очень красивый рисунок на ткани перкаль. Такие спокойные тона и классика. Огурцы, цветы. Надо сделать вот здесь шов, а потом уже начать стегать. Я покажу, как я буду. Берем малярный скотч. И я буду делать строчки по обе стороны. Потом скотч переклеивать, потом вот так буду наклеивать. Две строчки я прошила. Смотрите, все получается очень ровно. Открепляю.
если взять контрастные нитки, можно сделать, чтобы видно было все наши квадраты. Ну, вот здесь заметно. И начинаем выкраивать. Надо пришить сюда окантовочку. Делаю шовчик, выворачиваю, подгибаю и еще раз прошиваю. Складываем две детали, чтобы клапан вот так закрывался. Смотрим. Один, два, три. Сколола иголками. Смотрим, все срезы ровные. И обрабатываем косой бейкой. Начну ее пришивать вот здесь. Загибаю. Можно сверху какую-то детальку пришить, но у меня разные, одинаковых не нашла. Такие два чехольчика. Это петелька, можно повесить. Можно на кухне повесить, всегда ножницы ищем на кухне. Кнопкой пользоваться неудобно. Смотрите, не очень. Я сделала петлю под пуговицу и пришила пуговицу. Мне кажется, так даже стильнее. Наверное, я здесь переделаю. А так удобные чехольчики, все хорошо. И повесить удобно. Я переделала здесь пуговка и здесь пуговка. От этого набора у меня есть еще маленькие ножницы. На них я чехол шить не буду. Все удобно. Мне нравится. Можно купить ножницы, сшить чехол и подарить на 8 марта. Приятный подарок, очень нужный и уже в упаковке.